Галинуги. А? Вода есть, дрова есть, печка топится, все в порядке, можно маленько расслабиться. Можно жить? А? Можно жить? Можно жить. Можно жить. И не тужить? И не тужить. Ну все дела сделаны, вода есть, дрова есть, как батя сказал. В избушечке уже тепло, уютно. Дров напилили, хватит нам и еще на следующие разы мужикам. Уже с запасом взяли сушинку. Погода просто шепчет. Ни ветра, тепло, красота. Утром, конечно, обещают морозец, градусов минус 10, но это ерунда. Так что, друзья, классное настроение. Сейчас с батей пойдем, будем отдыхать, варить, кушать соленого хариуса. Вот. В общем, классно. О, хорошо. Комфорт и уют, что ли? Венчика никакого не было, да? Тоже не видел. Какого-то венчик нету. Дело. Поднести его. Поднести. Вот опять сюда вычислил. Он вышел курить. Ну сюда рядом. Короткая. Подсохнет он, на дрова положи. Все до кучи. На стол. Встань на стол. Рыбка на стол. Так, чай. Больше подморозит. Фух, прибыли. Ну все, друзья, сейчас по 50 грамм для поднятия настроения подсоленного хариуска. Буквально взяли вот 4 штучки, их небольших, посолить. Фух, тяжелый был день, но все-таки немножко поймали хариуса, с десяток выбрали покрупнее. Все-таки нашли. Просто устали, обратно шли. Обратно шли мы два часа. Снег валится, проваливается. Очень тяжело было, конечно. Ну все сделали, главное. Дровишек мы заготовили, накололи, тут целую стопку сложили, тут нам хватит. Мы на этого половину стратим, даже на меньше половины стратим. Вот, еще останется, и там еще чурбаны остались. То есть дров мы тут заготовили хорошо. Поставил чайничек греться, пускай греется водичка. Печка, ну, конечно, классно тут. Она сделана, получается, долгоиграющая. Видите, горение, получается, тут идет пластина в этом месте. И дым, получается, идет сюда, потом делают круг и в трубу пошла. Видите, как она шает потихоньку. Два светильника поставили. Вытяжка есть вверху. Ну, там вытяжка еще есть внизу. То есть двойная вытяжка идет. Ну, в принципе, мы тогда, даже вон написано, мужики, живите, но не хамите. Все верно сказано. Классно все сделали. Просто шикарно, конечно. Хоть она из фанеры сделана, но все по делу. Посуда стоит у мужиков. Видите, бич-пакеты, запасы, макароны. Тут тоже лампочки. Видно, ставят генератор, бич-пакеты. Мы это ничего трогать не будем. В общем, все хорошо. Тут столик, вот тут дровишки мы с батей. Чурбанов тут много, тут надолго хватит. Лопата есть. Колун такой железный. Ну, все есть, говорю. Просто вот все, что нужно, все есть. Матрас, столик, чайник еще второй есть. Красота, конечно. Ну, все, на улице солнце зашло. Начинает подмораживать немножко. Морозик градусов минус 10. Ну, мы в прошлом году с батей здесь ночевали. Тоже где-то, наверное, градусов, ну, ниже нуля было. Где-то минус 5, минус 7. Просто шикарно. Дров минимум, печка горит, теплая, классно. Тут генератор стоит, видно. Так что, друзья, так, сейчас батя супчик будет кашеварить, покушаем горяченько. Вот тут еще дрова, береза лежит, сырая, тоже хорошо в печку. Тишина на улице, красота, конечно. Класс. Нечего сказать, просто класс. Костёл и пускай варится. О. И сторонки. Настроение хорошее? Конечно. Ага. Козырная терочка. О-о-о. Ох, сейчас супчик это поедим, а? Наливай. Ох, музычка играет. Супчик сварен. Наконец-то. Можно покушать. Нашло на стул. Да. Немножко подождать надо. Подостынет. Нашло стул надо. Согласен, да. Всем доброе утро, друзья. Только проснулись. Ночь прошла незаметно, так сказать. Легли спать, не знаю, ну часов 8 точно, наверное. Ну да, 7 пока кушать сели, 8, да, часов 8 спать легли. И вот сейчас время уже 6 утра, проснулись где-то в 5:30. Суп подогрели, сейчас котелок скипятим, термо заправим. На улице такой морозец, градусов около минус 10, наверное. Опять нас такой образовался, корочка. В общем, и пойдем на рыбалочку, поищем, может, какие-то местечки еще найдем. Нам хотя бы поймать еще также штучек 10 хариусков, и в принципе нормально, нам много и не надо. На пожарить, на уху есть, и самое главное. Ладно, давай кушать, давай болтать. Лишак. Не, Степенко. Видишь? Опыт не пропьешь. Ему приходит с годами. У бати сборы, друзья, и у меня сборы. Так, чайник с собой. Так вот сижу и батарейки расфасовываю. Что разрядилось, что не зарядилось. Два телефона, блин. Вот еще камера. Подводную камеру использую. Попросим поснять под водой. Ну, тяжело распихиваю, что с собой брать, что не с собой. Убрали, порядок навели, пол подмел, дрова оставили, тут еще хватит на много-много ночей. Все, порядок, сейчас пакуемся, усерочек заводим и на речку будем рыбачить. Избушка классная. Пришли на речку. Красота, конечно, на реке. Батя там остался внизу проверить старые лунки, которые он ловил, когда мы в тот раз ездили. А я сразу пошел дальше по реке. Вон только плес тут хороший. Сейчас пойду тут плесик разбуривать. Глубина тут большая. Ничего не скажешь. Да, этот плесик, конечно, разбурен по полной. Глубина в самый раз. Тут плюс, конечно, весь разбурен. Просто разбурен. Сейчас буквально сейчас быстро его обловлю. 3 лунки сделал. И дальше пойду. Там дальше все, он уже не ходил. Уже не ходили, уже свежие места. Подходы все. Все. Подходы и все. Да. Ударяет, видно, мелочь какая-то. У меня тут мормышка без крючка стоит, крючок сломал, блин. О, нету. Червяка съели. Что, по голой мормышке, что ли, ударяет, получается? Клюнула пару раз и все. Бросила. А тут помельче уже. Клюет какая-то мелочь. О! Амбал! Долго он тут. Ты, блин, детский сад. Ох, нифига себе. В заглот. Ну, мелочь, все мелочь, а. Два схода уже. Два схода? Что ты, ну? Ну, одно поймал. Молодец. Ощущение, как будто сидишь, как будто приходишь, как будто не тут. Долго сидел, раз. Не, он тут плавает, он прыжок подошел, тыкнул, а опять отошел. Дошли, батя, до места. Старый мост, развалившийся. Вот, ну, в принципе, так и не получилось найти сегодня толком хариуска. Ну, батя поймал сегодня. Сколько штук? 7 штук? 7 штук поймал, все-таки вытащил сегодня. Да, у меня сегодня вообще практически по нулям. Ну, мелочь там отпускал, вот таких вот, несколько штук отпустил. Мелкий хариус. Вот, так и не нашли сегодня заветного омутка или плеса, как вчера получилось у нас. Не удалось повеселиться. Ну да ладно, рыбалка она такая бывает. Батя пойдет, скорее всего, обратно. По реке там он донки понаставил, соберет их. А я здесь пойду, поднимусь на дорогу и туда уже пойду к буксировщику. И там уже встретимся с ним. Выспались, да? А? Утром, да. Никакой беготни. Тут недалеко. Отоспались. И на рыбалку. А что тут делаете? А что ты как свинья-то весь грязный? Где? Я упал там, блин, нафиг. Перелоп через броку, блин. Провалилась нога сюда, где там твердо. Чуть ли не с головой на дорогу. Так было заявлено. 3 штуки. Серьезно? Серьезно, одного амбала, блин. Серьезно? Да я что, шучить буду? Шучить что ли буду? Что, 3 штуки? И на всех 3 висело? Ну, поймал одну удочку в той лунке. А ты еще посидел, порыбачил? Да, амбала уточка, вон. О, висел. Висел, да? Я покажу удочку. Вон второй, вот такой вытащил, вот такой. О. И одну поменьше. Давай сегодня пакетки, дай. Ну, друзья, наш улов, ну, килограммчик, наверное. Даже, наверное, чуть поболее, наверное. Поболее, да. Да, ну, 1,5 килограмма примерно хариуска. Вот. Ну, небольшой такой, средний хариус. Очень много мелочи отпустили, конечно. Ладно, на пожарить есть, самое главное. Самое главное, сам процесс. Сам процесс. Результаты тут второстепенно. А вот такую погоду, что, на диване валяться? Вот такую погоду, блин. А? Диван мять? Да не. Ладно, мы в апреле еще сделаем пару выездов обязательно на рыбалку. Я думаю, мы успеем. Так что еще пару рыбалок будет интересных. Надеюсь, снега будет поменьше. Ну а время провели мы классно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. А мы месить вот эту вот грязь домой. Все, пока.